Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». І сьогодні у нас в гостях сімейний лікар Ірина Великохатько. Вітаю вас. Здравствуйте. А говорити сьогодні будемо про таку актуальну проблему, як артеріальна гіпертензія, або, простіше кажучи, гіпертонія. Ми працюємо у прямому ефірі, і якщо ви бажаєте долучитись до нашої бесіди, ви можете це зробити, якщо зателефонуєте за номером, який будете час від часу бачити на екрані. Отже, якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете їх поставити. А ми розпочинаємо нашу бесіду. Отже, Ірина Олександрівна, що таке, власне, артеріальна гіпертензія? Коли ми можемо говорити, от, що такий діагноз у людини вже існує? Що це взагалі за хвороба така? Артеріальна гіпертензія – це повищення цифр артеріального давлення. Повищаються цифри як систолічного давлення, так і діастолічного. Хочу зробити акцент на вот этих двух поняттях. Очень часто люди путают, говорят, вот у меня верхнее давление такое-то, а сердечное такое-то. Это неправильно, это ложное понятие, потому что верхнее давление показывает систолу, то есть сокращение миокарда, показывает нам работу сердца, а нижнее давление показывает диастолу, то есть расслабление сердца. Вот мы смотрим, верхние цифры показывают, как у нас давление повышается во время работы сердца, нижнее показывает, как оно отдыхает. Ну и гипертония, собственно, что это такое? Вот артериальная гипертензия. Это когда идет повышение как систолы, так и диастолы, то есть цифры повышаются вверх. Насколько распространена эта проблема вот в нашей стране и последствия ее? Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, она, к сожалению, удерживает такие вот лидирующие позиции. Ну, заболевания сердечно-сосудистой системы как в целом занимают первые места вообще у нас в Европе. Смертность очень велика. На протяжении года где-то умирает приблизительно 300 тысяч человек, украинцев, от данного заболевания. Поэтому это очень актуальная проблема и очень такая вот важная в наше время. Вот. Но остановлюсь немножко на цифрах давления, чтобы люди могли понять, когда можно себя и нужно считать гипертоником, то есть когда уже давление является ненормальным. Первое такое значение – это оптимальные цифры, когда давление верхнее систолическое до 120 мм ртутного столба. То есть это является нормой. Человека не должно ничего не волновать, не беспокоить. Вторая категория – это когда идет нормальное давление, это от 120, верхнее имею в виду, до 129. Нижнее давление диастолическое у нас идет от 80 до 84. Это тоже норма. То есть человек себя чувствует замечательно, он трудоспособный, нету нарушений важных функций в организме. И уже есть такое понятие, как норма и повышение одновременно. То есть предгипертония – это когда верхние цифры у нас идут 130-139, а нижние цифры 85-89. То есть человек уже должен обратить внимание на то, что идут уже изменения, вот, и должен уже обратиться к доктору. Гипертензия считается уже первой степени, когда повышается верхнее давление в пределах 140-159. Это уже считается гипертония первой степени. Нижние цифры – это 85-89. Вторая... Это когда часто такое давление? Или это, если это вот, ну, когда мы можем говорить это о… Это периодически. То есть это не одномоментно, не однократно, а это периодически повышается давление. То есть оно поднялось, человек его сбивает, либо самостоятельно, либо с помощью докторов. Через некоторое время оно снова повышается, и это идет уже регулярно. Вот тогда мы уже говорим о гипертонии. Mm-hmm. Вот. Вторая степень гипертонии – это когда повышаются цифры от 160 до 179. То есть уже такой большой идет размах. Вот. И третья степень – это выше 180. То есть это уже считается тяжелая гипертензия. Естественно, это уже обращается либо доктор, либо вызывает скорую помощь. Проявление вот этого заболевания, это вот как оно себя проявляет? Вы знаете, очень часто гипертензия, она бессимптомная, то есть человек сразу не замечает. Человек чувствует изменения в организме уже когда, как я уже говорила ранее, это происходит регулярно, периодически, это начинаются головные боли в затылочной области, это шум в ушах, это мелькание мушек перед глазами, это снижается общая работоспособность, вялость, утомляемость, раздражительность.
Вот, и уже когда тяжелая гипертензия идет, ну, осложняется гипертоническим кризом, там уже человек чувствует, ну, идут изменения во многих органах, нарушаются функции многих органов. Например, это тошнота, это головокружение, это может быть рвота, это потеря сознания, вплоть до судорог. Как диагностируется артериальная гипертензия? Вот когда ставят диагноз? Самое элементарное – это измерение тонометром цифры артериального давления. И судя уже по тем показаниям, которые я озвучила ранее, человек уже смотрит, самостоятельно он может его снизить, либо он обращается за помощью к медикам. Это, во-первых. Во-вторых, гипертонию ставит кардиограмма. То есть мы снимаем ленту, где фиксируются потенциалы работы сердца. И так же само мы смотрим по заключению, если идет уже гипертрофия левого желудочка, то есть мы можем смело уже говорить, что у человека есть уже гипертоническая болезнь. Вы сказали измерение вот артериального этого давления. Как правильно его измерять самостоятельно? Ну, достаточно такой это доступный, в общем, прибор для измерения давления. Доступный прибор, но, к сожалению, очень многие неправильно им пользуются. В первую очередь, мерить давление нужно в спокойном положении. Вот. Либо после, когда пройдет 30 минут от физнагрузок. Если человек выпил чашечку кофе, либо он скурил сигаретку, это тоже должно пройти минимум 30 минут, потому что это искажает правильные цифры и работу сердца. Вот. Давление налаживается, давление меряется, когда манжетка налаживается на предплечье. Обязательно должно быть занимать где-то объем больше 1/3 плечевой, ну, самого плеча. Вот, локоть должен быть на уровне сердца, либо хотя бы приблизительно, чтобы вот уровень был одинаковый. Измеряется давление где-то на протяжении минуты, фиксируются цифры, ну, делается заключение. Ирина Александровна, у нас есть звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я хотела бы задать доктору вопрос. Значит, мне будет 54 года на заболевание сосудов. Я потеряла слух. У меня грыжи в шейном отделе и в пояснично-крестцовом, и в грудном. И мне говорят, что я до группы немножко не дотягиваю. Я уже, ну, еле хожу, понимаете? Как вот мне быть в данной ситуации? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Спасибо. А можно уточнить, что значит до группы не дотягиваю? До какой группы? Ну, инвалидности вы имеете? Видимо, имеется в виду, да, оформить инвалидность вот по этому заболеванию. Да, группу инвалидности я могу оформить или нет? Группу инвалидности мы вообще можем говорить о группе инвалидности, когда у человека идет потеря работоспособности. От этого и определяется первая, вторая, третья группа инвалидности. И для того, чтобы решить, человек трудоспособен или нет, или насколько он потерял работоспособность, он лечится в стационарном режиме несколько раз в году. И именно уже в стационаре доктор делает заключение, нуждается человек в получении инвалидности или нет. Потом он идет в амбулаторию по месту жительства и уже конкретно занимается данным вопросом. То есть они смотрят, какое у вас заболевание идет ведущим, а какое идет второстепенное. А в принципе артериальная гипертензия может быть основанием для получения человеком инвалидности? Да. То есть есть такие случаи, да? Да? Какие осложнения может давать вот это заболевание? То есть какие, может быть, сопутствующие оно вызывает еще осложнения? Осложнение самое первое – это гипертонический криз. Он возникает в результате того, что в первую очередь пациенты самовольно бросают прием гипотензивных средств. То есть человек лечится, он видит положительную динамику, он делает для себя выводы, что мне хорошо, значит, я уже дальше их пить не буду. Таким отложным образом они щадят печень, поджелудочную железу. Очень часто я слышу такие мнения у людей. Это является неправильным, потому что идет симптом рикошета. То есть мало того, что повышается давление, оно все возвращается на круги своя. Поэтому самое главное осложнение – это гипертонический криз. Это может быть инфаркт миокарда, это инсульт. Инсульт влечу за собой также изменения и осложнения. Поэтому отек легких, очень такие вот страшные, скажем, последствия. Поэтому, когда повышается артериальное давление, особенно в второй степени, когда 160 и выше, большая просьба к зрителям и пациентам – это не лениться, а идти к доктору, не заниматься самолечением в первую очередь.
А что значит, вот вы сказали, бросают пить гипотензивные препараты? Эти препараты нужно пить постоянно, если уже диагноз поставлен? Если гипертоник, курсами? Они пьются постоянно, вот, но уже, если доктору удалось стабилизировать давление, то есть снизить его до нормальных цифр, то дальше идет тактика поддерживания вот этих вот цифр, чтобы они не колебались, как чаша весов. Вот. И ошибка пациента в том, что они совсем бросают прием препаратов. То есть они считают, что они уже пролечились, им хорошо, у них уже данного заболевания нет. Это ошибочное мнение, которое потом приводит даже к летальным последствиям. Если поставлен диагноз артериальная гипертензия, то таблетки уже пить пожизненно надо? Пожизненно, да. То есть определенно... Только в разных дозах и разное количество препаратов. Вы упомянули гипертонический криз. Расскажите об этом, что это такое, как он себя проявляет, что нужно делать в этом случае? Гипертонический криз – это идет резкое повышение цифр артериального давления. Очень часто оно выше 180, хотя для гипотоников достаточно и 140 цифр миллиметра ртутного столба при систолическом. Вот. Человек чувствует сильную резкую головную боль в затылочной области, это мелькание мушек перед глазами, это тошнота, вплоть до рвоты и потери сознания. Первая помощь в таком случае – это успокоить пациента, это открываются окна, двери, то есть дается доступ кислорода в помещении. Человека нужно в полусидячее положение посадить, дать ему тепло на голень, либо на стопы, холод на лоб. И, естественно, вызывается скорая помощь. А пока едет скорая помощь, вот этих вот 10-15 минут оказывается вот такая вот минимальная хотя бы помощь пациенту. То есть никаких медикаментов принимать до приезда скорой медикаменты, помощи не надо? Медикаменты, опять же, принимать нужно с осторожностью, потому что бывает такое, что повышается артериальное давление, но при этом пульс остается нормой, либо он пониженный. И наоборот, давление может быть нормальным, но идет тахикардия. И очень часто люди, неправильно принимая таблетки, только вредят. Допустим, понижая то есть давление, они понижают и пульс, который трогать не стоило бы. Ирина Александровна, достаточно распространена такая ситуация, когда люди просто приходят в аптеку и говорят, дайте мне что-то от давления. Это каждый из нас видел обязательно вот такие ситуации. Что вы об этом думаете, как это можно прокомментировать? Можно ли вот подобрать с помощью фармацевта, самому, там, не знаю, прочитать в интернете, вот как, что нужно делать? С вот этим вот мы боремся уже много лет по поводу того, что люди идут в аптеку и просят препараты и фармацевты и провизоры им это дают. Так это неправильно, так не должно быть. Поэтому есть доктора, и слава богу, доктора помогают в этом плане очень хорошо пациентам, потому что то, что я уже говорила, что можно не то что облегчить человеку состояние, можно навредить им же гипертоническими препаратами, которые понижают давление. То есть, если человек приходит в аптеку, дайте, пожалуйста, то провизор должен его послать к доктору. Он не должен ему выдавать сам. То есть каких-то препаратов гипотензивных таких, достаточно безобидных нет, которые просто нормализуют безобидное давление? Безобидное – это еще такой вот старый препарат Каптопресс. Его очень многие знают, особенно наши бабушки, дедушки. Но в такие моменты, когда идет гипертонический криз, он рассасывается, он не пьется. То есть, опять же, смотри, какие цифры. Если, допустим, там до 160, и человек себя чувствует очень плохо, ему достаточно половинку таблетки под язык. Если, допустим, цифры выше, чем 180, то можно целую рассасывать. Но все равно это является как бы снижением, но не лечением давления. Поэтому если человеку становится легче, он уже может самостоятельно передвигаться, он все равно идет на прием к доктору. Для того, чтобы обследоваться и выяснить причину повышения давления, чтобы именно бороться с причиной. Какие-то немедикаментозные способы борьбы с гипертензией существуют? Немедикаментозные, немножко мы еще вернемся к тому вопросу, что гипертония, она является вследствие чего-то. То есть это тот же банальный стресс, в первую очередь, когда вот произошло сильное волнение, у человека происходит спазм коронарных сосудов, повышается выброс крови человека, это одно. Второе, когда есть такие сопутствующие заболевания, как диабет и как ожирение. При ожирении очень тяжело бороться с давлением, потому что увеличивается масса тела, это автоматически усиливается выброс крови. Объем крови становится больше, естественно, что сердцу нужно больше силы, чтобы ее протолкнуть.
Вот, поэтому, снижая артериальное давление, мы учитываем образ жизни человека, его питание, его образ жизни, его эмоциональный стан, вот, ну, состояние. Поэтому, кроме медикаментов, мы также еще занимаемся, как бы собирая анамнез пациента, мы стараемся его подвести к тому, чтобы он сам его снижал. Ирина Александровна, у нас есть еще звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять давление? Вот я меряю утром, вот меня 176, второй раз сразу после минуты две 157. Угу. Третий раз так 150. Спасибо за Когда вопрос. Когда правильно цифры? И правильно, что утром больше давления, чем вечером? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Значит, как правильно? Я так поняла, вы пользуетесь электронным тонометром. Он требует к себе более такого щепетильного обращения. К сожалению, электронные приборы, они не рассчитаны для употребления в нашей Украине, скажем так, потому что ну, они дают сбой, показывают неправильно. Для того, чтобы облегчить работу с этим препаратом, мы рекомендуем измерять трижды давление с промежутком 3-5 минут. То есть вы померили раз давление, вы записали и верхнее, и нижнее. Через 3 минуты на той же руке мы снова замеряем давление, снова мы записываем, и так 3 раза. Потом находим среднеарифметическое, и это будут более правдоподобные цифры вашего давления. Спасибо. И у нас есть еще звонок телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Мне бы хотелось вам такой вопрос задать. Вот сейчас слушаю передачу, взяла тонометр, у меня он автоматический. Померила давление, волнуюсь очень. У меня 213 на 107. Вот бывают эти скачки у меня, только какое-то волнение, и все, давление зашкаливает. Пью только Каптопресс. Как, что вы мне скажете? Ну, это то, что я уже говорила ранее, это неправильно, потому что Каптопресс, он является препаратом для оказания первой помощи. Он не убирает причину вашего давления. Это, во-первых. Во-вторых, меряя давление электрическим, то, что я уже говорила, меряйте трижды. И вычисляете среднеарифметическое, потому что раз померивши 217, либо за 200, это не всегда правильно. От этого зависит доза препарата. И обращайтесь, пожалуйста, к доктору, пусть он вас обследует, и он найдет ту причину, которая повышает вам давление. Возможно, это даже не сердечная причина. Если вы человек эмоционально лобильный, скорее всего, вам нужна помощь еще и препаратов, которые угнетают действие нервной системы. Спасибо за ответ. Ирина Александровна, у нас снова звонок телезрителя. Говорите, пожалуйста, тема актуальна. Тема актуальна. Хотела бы узнать, фенигидин как можно принимать? Спасибо за вопрос. Мы уже очень давно с этим препаратом стараемся не работать, потому что если человек принимает пациент его на протяжении длительного времени, вызывает чувство привыкания к препарату, то есть организм со временем требует повышения дозы. Поэтому, пожалуйста, вот этим препаратом фенигидином старайтесь пользоваться как можно реже. В самых таких экстремальных случаях, и он, якщо, ну, если он и принимается, то под язык он рассасывается. Спасибо, Ирина Александровна. Вернемся еще раз к причинам вот, повышения давления. Приходится иногда сталкиваться с таким мнением, что таким образом организм сигнализирует о каких-то неполадках, что он может давать вот реакцию такую на любые какие-то нарушения там, в желудочно-кишечном тракте, в других системах. Вот он реагирует повышением давления. Это на самом деле так? Ну, не совсем прям, чтобы в изменениях желудочно-кишечного тракта шло повышение давления. Это наоборот, при постоянных высоких цифрах давления у нас возможно кровоизлияние как в желудочно-кишечном тракте, так и в глазном дне. Поэтому при высоком давлении мы советуем пациентам обследоваться комплексно. Это сходить к окулисту для того, чтобы он проверил глазное дно, то есть кровоснабжение, иннервацию и внутриглазное давление. Мы советуем пройти обследование у гастроэнтеролога, чтобы исключить осложнения там, у невропатолога, чтобы не пропустить изменения в коре головного мозга. То есть это как бы каждый
кажется, так вроде бы гипертония, давление поднялось, таблеточку выпил, и все будет хорошо. Нет, при гипертензии идут изменения работы многих органов. Но пусковым звеном идет именно гипертензия. Какой прогноз в лечении? Вот если диагноз гипертонии уже поставлен, это уже насовсем или ее можно вылечить? Прогноз вполне благоприятный. Если к этой проблеме подходить актуально, подходить по-взрослому серьезно, если это не оставлять, не оттягивать на завтра, послезавтра, если это все убирать вовремя, обращаться к доктору вовремя, потому что очень часто половина только населения замечает, что у него случайно повышаются цифры, и еще половина с той половины обращается к доктору, и только там десятая часть принимает должное медикаментозное лечение. А что делают остальные? Остальные ждут, что оно пройдет само. Не проходит? Нет, конечно. Оно наоборот, только с годами это все углубляется. Как научиться вот жить с гипертензией, как правильно себя вести? В первую очередь нужно полюбить себя. Если человек любит себя, вот, уважает себя, то, естественно, он бдит за своим здоровьем, он выполняет все рекомендации доктора, облегчая этим же и работу медикам. Потому что очень тяжело заниматься с людьми, которым ты объясняешь, ты им уделяешь время, ты им отдаешь свое здоровье, а они разворачиваются и уходят, думают, да, не все так страшно, все это пройдет. А потом через месяц-два возвращаются уже с более такими глубокими проблемами. Должен ли человек, у которого диагностировали такое заболевание, как артериальная гипертензия, отказаться от привычного образа жизни, от каких-то занятий спортом, скажем, от активной физической? Временно. Это человек отказывается от спорта временно. И не то, что отказывается, он просто его более правильно ведет. То есть такое понятие, как ЛФК, это лечебно-физкультурный комплекс. В каждой больнице, в каждой амбулатории есть специальный доктор, который занимается, физиотерапевт, он объясняет пациентам, что нужно делать при данном заболевании. Вот. Человек идет, получает должную консультацию, занимается, и, я же говорю, прогноз очень благоприятный. Ну, то есть, в принципе, активный образ жизни не противопоказан таким людям вот, с гипертонией? Нет, наоборот. Это ходьба, утренняя гимнастика, плавание, здоровый образ жизни. Я уже как бы вот эта вот тема курения и употребления алкоголя. А давайте поговорим об этом. Как она влияет? Она очень актуальна и вот стоит на первом месте в борьбе с гипертонией. Потому что многие, особенно мужчины, говорят, лучше я умру молодым и больным, но я умру в кайф себе. То есть я буду и пить, и курить. Потому что они говорят, мы стаж, особенно если очень большой, убедить. Даже рисуя, объясняя, чем это чревато, как это закончится и что это влияет не только на него, но и на его членов семьи, на его друзьях, единицы, которые делают выводы правильные и слушаются. Вообще употребление алкоголя опасно при повышении давления? Употребление алкоголя и табака, конечно, опасно. Чем? Оно может вызвать еще большее повышение? Какие последствия могут быть? При употреблении данных вот этих вот веществ образуется такое, как сказать, в сосудах отлаживается жир, атеросклероз это называется. То есть автоматически сужается просвет сосуда и вот этим вот, мешая кровотоку, доставлять кислород тканям. Ирина Александровна, мы находимся накануне вот такого дня интересного, как Международный день сна, который отмечается 16 марта. Вот сон. Как влияет сон на повышение или понижение артериального давления? Это, кстати, очень интересный такой вопрос. Вот американцы даже они сделали такой вот маленький эксперимент. Они взяли определенное количество женщин и мужчин, вот, и дали где-то, эксперимент шел 12 недель. Первых 6 недель люди спали по 7 часов. Вторая половина, вторая часть 6 недель, людям давали спать по 8 часов. И такая вот разница была очень большая, что если человек спит 8 часов, не меньше, у него нормализуется артериальное давление, если цифры были невысокие, там, допустим, 140-150. И наоборот же, если человек спит менее 8 часов, 7-6, то идет рост артериального давления, особенно у женщин. Поэтому вывод такой, что здоровый сон является залогом здоровья общего.
Спасибо, Ирина Александровна. Очень актуальная тема. Я думаю, мы об этом еще не раз поговорим с вами, встретимся в этой студии. Спасибо за то, что вы ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителей. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Це вас хвилює». Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Побачимось в ефірі.